звонок из интернет-магазина, менеджер Сергей. Отправляю заказ на умные часы, все верно? Да. Скажите, с какого вы региона обращаетесь? Я вас ориентирую по доставке. Архангельская область. Архангельская? Да. Смотрите, доставка на почтовое отделение. Да. Сроки доставки стоят от 5 до 10 дней. Хорошо. Стоимость доставки на почтовое отделение составляет 350 рублей. Вот. И также хочу предупредить, что почта за перевод наложенного платежа берет небольшую комиссию 2% за свои услуги. Вот. А и вы... кто помог вас проконсультировать? Да, вы не могли бы немножко рассказать, там, что там входит в это? Там часы? Что-то как смартфон, да, или как просто как часы? Нет, ну смотри, вы как заказали, то есть как часы, то есть идут по браслетам, они верно? Да. А USB-зарядка вам идет в подарок. Ну а там только как часы и что там еще, какие функции там? Смотри, пульс, по-моему, мерить, давление, да? А, нет, там, смотрите, там есть давление, то есть тонометр, пульсометр, насыщенность кислорода, аксиометр. Шаги расстояния, то есть напоминание, качество сна, вот, находить телефон, получать уведомления о звонках и сообщениях, это предупреждает со смартфона, ну, показывает время, да, как все понятно. Вот, и чтобы я мог вас проконсультировать, скажите, пожалуйста, приобретаете для занятия спортом или для здоровья? Ну, как, для здоровья? Ну, хожу по утрам, чтобы... Да, так-то есть в телефоне, но как там, шагомер. А вот этот пульсометр, чтобы там, допустим, вот это... Ну, в общем, для себя. Я вас... То есть заинтересовали больше тонометр? Ну да, вот этот тонометр, пульсометр, вот это, да, все это как... Ясно. Ну, вот такие функции. Хорошо. Ну и как часы тоже, у меня благодарю, как таковых часов нет. Вот. Ну, они как часы работают, это... само собой. Смотрите, просто сейчас наличие у нас два вида часов, то есть стандарт и последнее поколение, пятое поколение, автоматически. Одно из главных преимуществ пятого поколения, улучшенная версия сообщает вам звуковым сигналом об изменении, резкое изменение здоровья. То есть вы при случае резкого изменения давления, пульса, получаете вибросигнал и сразу на табло выносите все значения. Угу. Также есть возможность установить напоминание на прием лекарства, сделать разминку. Вот. Прослужит вам более 5 лет, выполнен противоударная пластика, имеет вторую влагозащиту по стандарту IP68. То есть можете находиться в воде, если купаться, то есть принимать душ. Также увеличен объем аккумулятора, за счет чего работает на 68 часов дольше, чем обычная версия. Без подзарядки, да? Без подзарядки на 68 часов, да? На 68 тут больше работает, да. То есть, понятно. Это грубо сказать. И 2 года официальная гарантия. Угу. То есть, смотрите, сегодня они идут также со скидкой. Вот, и разница всего лишь составляет там 990 рублей, то есть будет стоить 1990 вот, для вас. Угу. Хорошо. Сделать вам замену на автоматическую? Да, да, давайте вот этот поновее, который. Вот. Сейчас минуту я тогда сделаю вам замену на автомат. И также у нас сегодня еще проходит акция «Муж плюс жена». То есть можете взять 2 автоматических модели за 2500 рублей, если хотите. Давайте, давайте, конечно. У Зензета такой тоже, таких часов нет. Она тоже вот так за здоровьем как следит. Мы вместе с ней ходим постоянно по утрам. В общем, как, чтобы 10 тысяч шагов находить. Ой, нет, извините, там немножко акция, получается 2700. Ну ничего, 2700, это не такие уж деньги большие. Давайте, конечно, и ей приятно будет. Хорошо, и также можете сразу заказать дополнительные ремешки, то есть по 290 рублей. То есть они же из силикона, со временем им изнашиваются. А силикона почему? Потому
чтобы не было магнитного поля на руке, датчики работали верно. Можно сказать, чтобы потом не покупать, они потом будут стоить по 600, по 700 рублей, опять же платить за доставку. Ну да, да. То есть, если хотите, можете пару ремешков заказать, это будет для вас 390 рублей. Это за два ремешка еще дополнительно, да? За два, да. Давайте, давайте, да. А цвет какой? А какие там у вас есть? Ну, черный, красный, а, в смысле, ремешки эти, да, какой цвет, или сами часы? Да, ремешки. А. В комплектации идет черный цвет. Черный и красный. А. Не черный, же не красный. Так, черный будет один будет красный. Хорошо, тогда по адресу, пожалуйста, меня сориентируйте, то есть Архангельская область, да. Город. Село Усть-Поденьга. Поденьга. Усть-Поденьга. Усть-Поденьга. А, Усть. Усть-Поденьга. Поденьга. Да. Шенкурский район. Да. Это Шенкурский район. Да, Шенкурский район. Усть-Поденьга. Да, 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 да. А улица? Улица ваша? Набережная, дом 14. Улица Набережная, дом 14. У вас частное владение? Да, да, частное. Частный дом. Так, значит, по вашему адресу почтовое отделение 165. Да, у нас, да, оно у нас одно там на центральной улице. Одно у нас там. Центральная. Да, деревня небольшая, да. Центральная 22. Да, 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 да. Ну, номер не помню. И также мне нужно ваша фамилия, имя, отчество, как в паспорте, получение с паспорта. Угу. Обломов. Обломов. Да, Обломов Илья Ильич. Илья Ильич, верно? Да. Илья Ильич, значит, смотрите, как я сказал, срок доставки у вас будет составлять от 5 до 10 дней, то есть вы получите и извещение, и смс-сообщение о том, что заказ ваш доставлен, то есть получение с паспортом. И также от наших партнеров я хочу вам предложить со скидкой 60% для всех, кто заказывает у нас первый раз часы. То есть мы делаем скидку, может что-то вас заинтересует. Есть медицинский пояс для поясницы эластичный из неопрена для фиксации постоянного отдела. То есть предназначен при нагрузках на спину, устраняет боль и воспаление. 690 рублей. Автомобили сегодня есть очки Актиблик 590 рублей. Вот. И также есть очки Фокус Плюс. Это с увеличением сами настраивать и руки свободны для выполнения мелких работ 590 рублей. Нет, нет. Что-нибудь добавить? Вот очки Антиблик и пояс. И пояс? Да, пояс и очки антиблик. Он как согревающий, да, этот пояс, или как он там? Да, он прогревающий и фиксирующий. Да, 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 а то поясница вот часто ее прихватывает. Вот я вам добавил. И очки. Антибликочки, мне вот те, которые увеличивать не надо. Я понял. Да, да. Для вождения. Хорошо, значит, заказ вас сегодня укомплектуют. Сделают вам направление. Сумма к оплате с учетом доставки у вас составляет 4620 рублей. Угу. Вот. Еще раз вам напомню про комиссию, которую берет почта за свои услуги. Угу. Сейчас все сверим, чтобы все было верно. Вот. Значит, сумма, как я сказал, 4620 плюс комиссия с почтой. И смотрите, сегодня с вами свяжутся еще наши ребята с логистики, наши номера начинаются 925-929. Еще раз просто сверят все, чтобы не было ошибки, и на почте не было никаких трудностей для получения. Будьте, пожалуйста, на связи. И последнее. По записи нашего телефонного разговора мы с вами заключаем устный договор, согласно которому мы вас не подводим, предоставляем товар надлежащего качества, а вы, в свою очередь, также нас не подводите и выкупаете заказ в установленные сроки. Подтверждаете договор? Конечно.
Да. И скажите, может быть, еще остались какие-либо вопросы? Ну, вроде нет. Это вообще чье производство частицы? Это южнокорейское производство, если качественное. Понятно, да. Хорошо. Все, тогда ожидайте, пожалуйста. Спасибо вам за заказ. Всего доброго. Спасибо, до свидания. Слушаю. Вы оформляли смарт-браслет. Давайте сверим данные. Давайте. Проверьте, все ли корректно указано. Получатель Углобулв Илья Ильич. Да. Верно? Да. Доставка почты, стоимость доставки 350 рублей. Адрес указан в заказе. 165-172. Архангельская область. Район Шинкушки. Деревня Усть-Поденьга. Усть-Поденьга. Я не знаю, как это. Усть-Поденьга. Улица Набережная, Усть-Поденьга. Да. Ну, правильно написано. Да, да, да. Улица Набережная, дом 14. Да. Это частный дом. Все верно? Да. Оплате с учетом доставки 4620 рублей. Заказано 2 умных смарт-браслета улучшенной версии. Угу. Заказано 2 дополнительных ремешка черного цвета и красного цвета. В подарок каждому изделию USB-зарядка. Угу. И дополнительно заказаны умные очки антиблик 1 штука и пояс для поясницы 1 штука. Да. Оплата наличными при получении на почтовом отделении 165-172. Адрес почтового отделения своего знаете, помните? Да, улица Центральная. Минуту, давайте проверим, как выгружается информация, ждем. У нас там одно отделение, там другого нет. У вас одно, да, но да. Все равно давайте, чтобы накладок не было. Да, угу. Так, ждем, еще загружается. Сейчас пик. Не так быстро работает сайт почты России. Так, деревня Усть-Поденьга, улица да. Центральная, 22. Да, верный, да? Да, да, да. Отлично. Не забывайте, что почта берет комиссию 2% угу. за наложенный платеж. Выкуп посылки вашей подтверждаете? Конечно. Сверка окончена. До свидания. Да. Служба доставки. А я что, у вас что-то заказывал? Вы заказывали умный браслет, очки, пояс для поясницы. Пояс для поясницы? Это я... Да. Так, подождите, я посмотрю. Так. Мне по какому адресу прислали? Улица Центральная, 22. Это на почту прибыла посылка. Так, ага, вспомнил. Так, а от кого она пришла? Заказывает в каком? Нет, вы знаете, я заказывал там, где на сайте, там было написано ИП Каширин Андрей Юрьевич. Индивидуальный предприниматель. А прибыла от ООО «Логистика». Это то, что доставляет. Отправляется ИП, а доставляет «Логистика». Это компания, которая доставляет на Россию. А отправляет ИП Каширин Андрей Юрьевич, правильно? Да. Каширин Андрей Юрьевич, правильно? Ну, так, правильно. Так,
Я заказывал... Так, я когда заказывал это... Это было... Не помню. Сейчас 19 июня, так, хорошо. Я заказывал 19 июня. А ИП Каширин Андрей Юрьевич, вот этот ИП, его ликвидирован 2 марта 2022 года. Как так получается? Ну, вы посмотрите. Вот вы посмотрите в интернете, пробейте его ИНН, его ИП. Его ИП ликвидирован 2 03 2022 года. Как он мог мне что-то прислать? А вы мне... Но вы посмотрите в интернете, как такого не может быть? Даже если... Нет, вот такое точно... Я смотрю. Так, посмотрите, ИП Каширин. Посылка прибыла. Посылка прибыла. Московская область, Подольск. Улица Магистральная, 7. Не знаю, я говорю, я заказывал, когда на сайте заказывал, там было на... Адрес был ИП Каширин Андрей Юрьевич. Там стоял этот ИНН. Вы на сайте видели? Да, там, где была вот эта реклама, там был сайт. На сайте было, ну, в общем, ИНН стоял. По ИНН стоит ИП Каширин Андрей Юрьевич, который ликвидирован 2 марта 2022 года. Вот. А посылка прибыла от ООО «Логистика». В логистике, во-первых, я ничего не заказывал. Вы не на том сайте смотрите. Илья Ильич, я сейчас смотрю эту вашу рекламу, которую вы делали заказ. И? Там нет такого ИП. Ну, не забыл. Погоди, с вами часов вы заказывали. Я вам отправлю ссылку, посмотрите. Не надо мне ничего отправлять, потому что я прекрасно, я вот все записал, откуда я смотрел этот сайт. И там стоял, ИНН стоял. И вот именно там с вот этой ПК Ширин. Вот, а прибыла от ООО «Логистика». В логистике я ничего не заказывал вообще. Понимаете? Я вам говорю... Я вам говорю, я в логистике ничего не заказывал. Вы у нее не заказывали. Значит, этот магазин работает с ООО «Логистикой», чтобы тебе доставляли продукты. Так, я за посылку... Деньги я куда буду отправлять? На почте оплачиваю. Ну, на почте я понимаю. А кому это деньги пойдут? Реквизиты указаны у вас в почтовом отправлении. Реквизиты, правильно, там реквизиты будут, получается, я буду отправлять деньги ООО «Логистика». А в ООО «Логистика» я ничего не заказывал. Абсолютно. Я лично это буду оплачивать, вам покажут реквизиты, там отправляют деньги. Так я понимаю, что вот именно, во-первых, я говорю, в ООО «Логистика» я ничего не заказывал, ИП «Каширин» ликвидирован, поэтому мне ничего не надо. «Логистика» не является интернет-магазином, понимаете? Ну, а почему тогда оно мне отправляет? Почему тогда «Логистика» мне отправляет? Пускай мне отправляет «Каширин», которого я заказывал. Так он через «Логистику» отправляет. Да мне насрать, через что он там отправляет, через «Логистику», через «Херистику». Я должным образом разговариваю. Вы тут мне лапшу на уши вешаете. Этот Каширин через логистику отправляет, который уже в марте ликвидирован. Как он мне может через логистику отправлять? Что вы мне тут лапшу на уши вешаете? Это информация. Это от вас. Все, слилась.